слушаю за ключи от Панамера. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамера. Просто так за Панамеру. Она продаст душу за ключи от Панамеру. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамеру. Просто так за Панамеру. Она права, я давно не такой. Я потерял дорогу домой. Каждый день будто сам не свой. Но эти деньги не залечат твоим сердцем боль. Вокруг шум, город тонет в полях. Я стал богаче, но все тот же парень. Послушай, бейби, что с тобой стало? Вот и деньги, это слишком мало. Мои стихи на битах, снова не о любви, она лишь в моих снах. Сучки считают бабло, думают лишь о деньгах. Она продаст душу за ключи от Панамеру. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамеру. Просто так за Панамеру. Она продаст душу за ключи от Панамеру. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамеру. Просто так за Панамеру. Мое время стиль, на радаре сотни миль. Дабл капелек в моем стакане синий джин. Я смотрю на город сверху, будто это фильм. И каждый сам здесь за себя в погоне до вершин. Сплетни твоих подруг, сука, они обсуждают и жмут. Любят, кто хоть и будет, постыл из тогда, не с хэштегами мод. Королевы фастфуд, про них все понятно за пару минут. Что такое любовь, они вряд ли поймут. Она продаст душу за ключи от Панамеру. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамеру. Просто так за Панамеру. Она продаст душу за ключи от Панамеру. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамеру. Просто так за Панамеру. Она продаст душу за ключи от Панамеру. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамеру. Просто так за Панамеру. Зараз ми будемо з вами дивитися характеристику на цих красенів. Вони, дівчатка, йдуть з камушками. Зараз я покажу їм поближче. Мне нравится.
рай. Для вас, а я слез уже не держу. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, сердце льется на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Сьогодні ми будемо з вами роздивлятися цю колонку JBL. Це дуже класна колонка. Зараз ми подивимося з вами ще коробочку від неї. Така коробочка від неї йде. В інтернеті такого плану колонка коштує 712 гривень. У нас трошечки дешевше. Так. Она бомба. Бро, это все фигня. Та, народ, вся колонка просто бомба. Вона дуже дешева, насправді 576 гривень. І для неї це не ціна. У нас сьогодні з вами буде обзорчик про колоночки. І давайте почнемо. Знакомый мне круг, ты же был лишь моим, лишь моим.
И мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецком мосту. Ты же был лишь моим, лишь моим. Белый лобус играет для вас, а я слезы еле держу. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Класнюча колоночка в нас є в наявності. Зараз ми з вами будемо дивитися її поближче. Так, зараз. Секундочку. До нас вже новий товар приїхав. Зараз буде прийом товару в нас. Одну секунду. Началось нас не на паника, и пришла я на техно, чтобы найти тебя снова тут. Пальцы твои, как год назад, но рядом ноги уже не мои. Топчет знакомый мне круг, ты же был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали. Так, сейчас сделаю музыку тихише. Что там я маю вести? Висик. Так, операції з кур'єром, прийом відправлений, так? Так. Сука, занесу 20 гривень сьогодні точно. 60, бо в мене тут дещо полетіло. Добре. Добре, 60 гривень. Цей теж зарядити, добре. Добре, я заряджу, не хвилюйтеся. А тут треба вже поставити. Добре, поставлю, добре, не хвилюйтеся. У мене просто рекламка тут йде зараз. Я заряджу, не хвилюйтеся, на 10 хвилин, добре? 10, так? Так, заходьте. Так, який там номер? ЛВ? Ви заряджаєте, так? Так. Є батарея? Раз, два, три. ЛВ, раз, два, три. 67. Ага. 23. 23, добре. Зараз. Скільки там має бути? 8 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Обробити. А ні, чекайте, 8. Зараз має бути код. Заряджай телефони. 43-14. 43-14, підтверджую. Все, є. Все добре. Добрий день. Щось вам відказати? Так, подивіть, маю, що вибрати. Ага, добренько, не ви вибирайте. Тут рекламка. Друзі, отже, ми з вами зупинилися на обзорі нашої колоночки, але ще ми з вами сьогодні розглянемо шикарні навушнички від фірми J01. Зараз ми з вами будемо читати відгуки і про колонку, і про ось ці шикарні навушнички. Вони дійсно є шикарні. Ті люди, яких ви виготовляли, обдумали все.
і дизайн, і кнопочку ось цю таку зручну ззаді. Плюс вони ще світяться. Коли вони включаються, вони дуже гарно, оцей дизайн продуманий так, що воно починає світитися червоно-синім і просто це заворожує, дійсно заворожує. Начебто у вас там щось блимає у вухах, таке класне. Це є навушнички від фірми J01. Отак от вони виглядають. Вони йдуть з камінчиками і вони йдуть з світодіодним пристроєм, таким вбудованим вже в наш навушничок. От. Такі навушнички, вони бувають не тільки рожевого кольору, як в мене, наприклад, під якийсь гарний рожевий блокнот, під якісь ще аксесуари. Вони бувають срібні і вони бувають золотого кольору. Тобто відтіночки є і можна замовити їх на самий-самий любий, в принципі, смак. От. Зараз ми з вами ще про них почитаємо. От безпровідний Bluetooth наушники J01. Маленькі, стильні і мощні наушнички, неординарний внешній вид під метал, повністю сенсорний. В этих наушниках нет взагалі никаких кнопок, кроме одной вот этой вот, смотрите. Вот видите, есть вот эта кнопочка, пимпочка такая. Вот, управляю воспроизведением, звонками, вызов голосового помощника касанием пальца. То есть, прикасаясь к наушнику, оно срабатывает моментально, как бы, и вы можете, в принципе, пользоваться уже наушничками. Они есть синие, повторяю, золотые, серебряные. Купить их можно в интернете, но там дороже, так там еще и доставка, как бы, оплачивается. Вот, сейчас мы с вами, друзья, еще будем смотреть нашу колоночку. Колонка от фирмы JBL очень классная, она светится и цена здесь недорогая. Подходят для всех типов смартфонов. Маленькие, стильные и мощные. Вот. Беспроводные наушники, кейс для зарядки хранения, USB кабель есть. Вот. Я вам бы рекомендовала зайти еще на сайт и глянуть еще какие есть в наявности, в принципе. Вот они такие есть, самые различные. Такого плана. Синенькие. Вот, сейчас мы с вами посмотрим, какие еще есть. Они вот, видите, есть в золотом цвете. Вот. Посмотрим с вами обзор на наши колоночки. Колонка в стиле JBL Pulse.
Давайте сейчас я вам продемонстрирую. Такая розовенькая, классная, видите? Очень крутая. Как видите, цвет не повторяется. Можно купить еще синюю. Сейчас я вам расскажу про основные преимущества этой колоночки. В общем, друзья, основные преимущества JBL Pulse 4. Синхронизация с устройствами через Bluetooth, функция громкой связи, hands-free, качественный и басовитый динамик с двумя сабвуферами, компактный размер, функция Powerbank USB на micro и Type-C, AUX вход и также тут встроена светомузыка, светодиодные фонари тут шикарные. Вот кому и зачем нужна портативная колонка эта? Опытные путешественники знают, что музыка – это лучший способ украсить отдых. Музыкальное сопровождение способно поднять настроение, задать ритм или включить второе дыхание в походе. Вот. Акустика JBL Pulse 4 – это портативная колонка большой мощности с качественным басовитым звуком. Благодаря поддержке Bluetooth легко осуществляется соединение со смартфоном, планшетом, ноутбуком или MP3-плеером. Не заряжается. А чё? Не знаю. Не заряжается. А чё не заряжается? Не может ковбусь. Села трубка повністю? Ну так ви не включили його? Тут реклама, я перепрошую. А можна ми зарядки просто підключимо хоч? Не підключається. Та підключай за ним. Он включить зарядочку, я їм покажу. Я перепрошую, ви мені перериваєте зйомку. Ну, там зйомка. Чуєте?